Приветствую вас, друзья! Меня зовут Галина, и это мой канал о жизни в Чехии, о путешествиях и о многом другом. Я немножко затянулась с выпуском видео, но все равно хочу показать, как мы встречали Новый год. На канале уже есть несколько видео и про сам отель, и салют. А здесь я снимала гостей ресторана, которые танцуют под живую музыку. Так чехи танцуют на всех праздниках. Мы познакомились с этой семейной парой, которые приехали из Праги. Расспросили их, где они учились танцам. Женщина сказала, что с 15 лет училась, а ее муж ответил, что в 20 лет начал учиться танцевать. Они выделялись из всех. Ну и другие пары танцевали и ча-ча-ча, и вальс, и польку, и другие бальные танцы. Только в Чехии так танцуют на праздниках. В нашем отеле чехи зажигают. Сейчас зашли в винарню. Тут, оказывается, вообще картины здесь. Вот как. Гербы. Сейчас поближе подойду. Так, вот оказывается здесь. Ну, там дискотека у нас проходит. Так интересно. Мне очень нравится эта песня. Я даже потом начала подпевать. Ну, вот так вот мы встречали Новый год. По-чешски называется Сильвестр. Мы уже четвертый раз здесь, в этом ресторане, встречали Новый год. Вот каждый раз по-разному, то в винарне там дискотека, то наверху в ресторане встречали. Вот. Ну, кому понравилось видео, пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока.